Итак, рыцари готовы, судьи готовы. Ангахт, але! Я с самого начала боя взял меч двумя руками, одной из них за лезвие. Кстати говоря, чаще всего так брали оружие для того, чтобы наносить уколы. Но наши рыцари не колят, они наносят только рубящие удары. Идет вперед герцог Цирольский, наносит удары щитом и наносит удары левой рукой. Пытается уронить своего оппонента, но Даниэль достаточно тяжелый противник для того, чтобы его... Итак, бой окончен. Каждый из рыцарей нанес удары.